Дорогие мои, вышла я вот с лопаточкой. Сейчас я буду выкапывать вот эти красавчиков, этих гладиолус. Вот они, мои. Если они целые, луковицы. Морозчик тяпнул по ним. Листва лопала. Ну, луковицы, я думаю, целые. Попробую спасти, выкопать. Вот. И дома до весны положу. И, может быть, весной они мне дадут хорошую поросль. И будут у нас гладиолусы еще. Вот они, красавчики мои. Гладиолусики. Так. Ну, несмотря на морозы, сегодня вот 24 ноября. Цветение продолжается. Жизнь все равно берет свою, ребят. Она пробивается. Вот, казалось бы, вот морозом стукнуло, да? Хорошо, кусик стукнуло, сильно, крепко. И вот он тоже. А цветы цветут. Диво дивное, конечно. Так. Все, такие они опавшие. Русные такие стоят. Не буду их обрезать. Пусть такие, какие есть. Весной их обрежу. Хотя, в принципе, можно тоже обрезать. Семена собрать. Так. Что тут еще? Люди, конечно, свинячат. Может, даже ветер несет, я не знаю. Ну, мусор, надо выходить убирать. Так. Все. Здесь замерло в садочке.